старику гимназистке без малого век. В нем сплошные то яди, то еры. С той поры утекло столько лет, столько рек. Устарели письмо и примеры. С той поры утекло столько лет, столько рек. Устарели письмо и примеры. До сих пор не забыть нам 13-й год. Все теперь познается в сравнении. У нее сплошь 4 и 5 только вот. За Балканы лишь 3, к сожалению. У нее сплошь 4 и 5 только вот. За Балканы лишь 3, к сожалению. У единственной тройки на целый дневник. Ведь случайный, нелепый, понурый, но куется в Германии круповский штык. И в России твердят, пуля дура, но куется в Германии круповский штык. И в России твердят, пуля дура. Математика 5 и закон Божий 5. И берет ноты в пении чисто этой девочке б судьбы Европа решать. Но она влюблена в гимназиста. Этой девочке б судьбы Европа решать. Но она влюблена в гимназиста. У мальчишек известно о славе мечта. Все-то видят себя при погонах, как начнут по Руси бабы выть причитать. Мужиков провожая в вагонах, как начнут по Руси бабы выть причитать. Мужиков провожая в вагонах. В галицийской земле гимназисту лежать. Вышло время, пропущены сроки, и всю жизнь ей теперь предстоит вспоминать. Географии злые уроки, и всю жизнь ей теперь предстоит вспоминать. Географии злые уроки.
эпоху каверзных систем, где тлеют времени останки. Мне так же холодно, как тем, кто шел с прощанием славянки в окопы Первой мировой и умирал под хмурым небом. Давно их нет, но я живой. Все ж помяну вином и хлебом погибшей армии солдат, и честь отдав былому строю из вороха забытых дат, свое убежище устрою. Издалека в часы бессонницы и муки, через года, через века, стальные маршевые звуки. И будет русское ура греметь у самой преисподней. Нет лучше страшное вчера, чем безотрадное сегодня. Нет лучше шквал слепой пурги, окопный холод, хлебокрохи, бездну скользкие шаги по склону тлеющей эпохи.
из солдатских писем. Воистину воскресе! Сегодня я имел счастье получить подарки, посланные заботами уважаемой Омской городской думы. Я получил пару дорогого белья и других мелких вещей много, и на 2 дня раньше мы имели счастье получить от уважаемого нам города Омска для разговления кулич, ветчины, яйцо и сладости. Сидя в окопах, в грязи и зачастую в воде, не слышу ничего, кроме гула стрельбы да птиц небесных, как это в бытность еще мирного времени. В эти великие праздники везде слышат звоны, как это было весело. В нынешнем году пришлось проводить такой великий праздник с тяжелым камнем на груди. И вот сидим в окопах, вспоминаем о прежнем, как становится грустно. День кажется чуть ли не за год. Когда-то настанет вечер, хоть бы вылезть на свет Божий, на вольный воздух. Вот настал вечер. Немцам не стало видно нас, а нам их. Перестрелка закончилась, начали христосоваться вокруг. Нас обрадовали, привезли подарки, всего, куличей, яиц, сладостей, сахару, чаю, табаку и белья. Мы спешим скорее рыться в узелках, искать записки, откуда это послано. А тут, к счастью, видим самого и представителя, идущего по окопам. Как нам было радостно, когда узнали, что он из нашего родного города Омска. В некоторых узелках находили записочки, даже знающих. Как это было весело! Эту ночь даже и спать никто не хотел. Все и шел разговор, кому какие достались подарки, в каком узелке были записочки, даже и карточки, около которых собирались то и дело группы солдат смотреть. Видно, что мы не одни военные защищаем нашу родную родину. И вся матушка России вооружается, кто чем только сможет, как бы скорее сломить вредного кровожадного врага, возмутившего всю Европу. Дай Бог поскорей закончить с ним дело, разбить его и вернуться, если Бог приведет, и лично поблагодарить за полученные мною подарки и принесшего мне великую радость в эти светлые дни. А сейчас прошу принять Омскую городскую думу и жертвователей мою сердечную заочную благодарность. Сегодня мы получили первый раз почту из России. Радости не было конца. Здесь письма дороже жизни. Не ленитесь, не ждите ответа, а пишите. Жители сел и деревень рассказывают, что австрийцы при вступлении в деревню требовали от них провиант, угрожая револьверами. А во время отступления австрийских войск свои засады, они забирали жены детей польских крестьян и ставили их на насыпь, из-за которой стреляли наши войска. Но наши молодцы сумели обойти их сзади и выгнали из окопов, не нанося вреда женщинам и детям. Часто, находясь в самой ужасной обстановке, вспоминаю вас и те славные часы мира, которые проводил с вами. Как бы я хотел хотя бы на несколько дней уйти из этой обстановки крови и человеческой у немцев, животной разнузданности. Только здесь, на границе жизни и смерти, узнаешь человека во всей его отвратительной наготе. Если я останусь жив, и Бог даст, мы увидимся, то я многое скажу вам из того, что достал тяжелым опытом. Человек создан для мира, и никакая идея не может сбить его со стремления к миру. К счастью, тут мало времени для философии. В одно прекрасное, даже не холодное утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать всегда радость, но наступать по неприятельской земле — это радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцевать и усаживаются в седлах, лошади прибавляют шаг. Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок. Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. Жители снимали шапки. Женщины с торопливой угодливостью выносили молоко.
но их было мало. Большинство бежало, опасаясь расплаты за преданные заставы отравленных разведчиков. Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот, и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир. Но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения. Каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел радуют порой больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не эта ли дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами? Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялась сломанная винтовка, разодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виделись красные пятна, но они не вызывали у меня того чувства неловкости, которая нас охватывает при виде крови в мирное время. Как собака на цепи тяжелой тявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. И жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. А ура! Вдали как будто пение, трудный день окончивших жнецов. Скажешь, это мирное селение в самый благостный из вечеров. Скажешь, это мирное селение в самый благостный из вечеров. Дружинников медленно идущих на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих, ныне, Господи, благослови. Подвиг сеющих и славу жнущих, ныне, Господи, благослови. И воистину светло и свято дело величавой войны. Серафимы ясные и крылаты за плечами воинов видны. Серафимы ясные и крылатые за плечами воинов видны. Как у тех, что гнутся над сокою, как у тех, что молят и скорбят, их сердца горят перед тобою, восковыми свечками горят. Их сердца горят перед тобою, восковыми свечками горят. Восковыми свечками горят, восковыми свечками горят.
Из памятной книжки русского солдата. Воюешь с неприятельскими войсками, а не с мирными жителями. Мирных жителей неприятельского края не обижай, их имущество не порти и не отымай, да и товарищей удерживай от этого. Безоружного врага, просящего пощады, не бей. Когда окончилось сражение, раненого жалей, и старайся по мере сил помочь ему, не разбирая, свой он или неприятельский. Раненый уже не враг твой. С пленным обращайся человеколюбиво, не издевайся над его верою, не притесняй его. Обобрание пленных, а еще хуже того, раненых и убитых, величайший стыд для честного солдата. Помни, что солдат — Христов и Государев воин, а поэтому и должен поступать, как христолюбивый воин. Нет того положения, из которого нельзя было бы выйти с честью. Август 1914-го. Восточная Пруссия. На истекающей кровью лейб-гвардии Кексгольмский полк навалились две немецкие дивизии. Вскоре от истерзанной части остались лишь две роты со знаменем. В ночь на 30 августа командир кексгольмцев генерал-майор Малиновский собрал оставшихся в живых офицеров на последний совет о спасении полковой святыни. Полотнище знамени было снято с древка, и подпоручик Анучин, худой высокий юноша, обмотал его вокруг своего тела. Затем древко было уничтожено, а металлическое навершие, двуглавый орел, закопано в землю. Утром Анучин и унтер-офицер Васильев, сев на лошадей, отправились в путь, рассчитывая пробиться к расположению русских частей. Грохот выстрелов и хриплое «Ура!» неслось им вслед. Полк шел в свою последнюю атаку. Знамя нужно было сберечь любой ценой, но что еще может отдать солдат, кроме своей жизни? И вот лошади убиты, слева и справа подходят враги. Унтер-офицер Васильев, став в полный рост, стреляет и кричит: «Ваше высокоблагородие, бегите, спасайте знамя!» Но вот он падает, захлебываясь кровью. Пуля пробила горло. Тем временем Анучин успевает скрыться в перелеске, бегом и ползком уходя от преследования. Все же к исходу дня он был схвачен немецким патрулем. Трагедия Второй армии заканчивалась. Пленные отводились в тыл. В боевой суете молодого офицера не обыскивают. И знамя, скрытое под походным мундиром, остается в сохранности. В плену Анучина встретили уцелевшие офицеры кексгольмцы. Окружив подпоручика, они охраняли скрытое знамя, готовые и без оружия защищать его до последней крайности. Для немцев русские знамена были ценнейшим трофеем. Их искали особенно тщательно. И тогда полковую святыню, чтобы она не досталась врагу,
было решено уничтожить. Глубокой ночью, в промежутках между обходами часовых, знамя разрывали на части, расщепляли на нити и тайно сжигали в печи барака. Но нелегко было офицерам отделить себя от полковой святыни. Многие, желая принять участие в сохранении знамени, оставили у себя небольшие частицы его. По окончании войны части спасенного знамени были вывезены из Германии. Ни одна из них не попала в руки врага. Угловой герб и несколько частиц полотнища хранятся в русском кадетском корпусе как доказательство незапятнанной чести полка и его гордой трагической славы. Из писем Есаула Упорникова, 1916 год. В тот день, когда собственная совесть скажет мне, что я перестал быть настоящим офицером, я сниму мундир. Я не жду от своей службы ни выгод, ни карьеры, иначе не стоило бы оставаться в войске. Теперь только одно мне ясно, что нужно продолжать войну до конца, до тех пор, пока окончательно возьмут верх либо они, либо мы. Иначе нет права возвращаться домой. И как жить с вечным стыдом перед родными могилами? Thank you.
Из солдатских писем. Многоуважаемые сограждане, просим вас не оставить нашей просьбы. Не найдете ли вы возможным исполнить нашу просьбу прислать нам однорядную фистовую о 18 клавишах гармони? Дорогие сограждане, наступила весна. Вся природа веселится, и нам хочется развеселить свою душу на чужой стороне далеко от Родины. Еще раз убедительно просим вас не оставить нашей просьбы. От всех нижних чинов дивизионного обоза 11-й сибирской стрелковой дивизии от 5-го взвода расписался обозный унтер-офицер Никитин. Шлю от души горячий привет дорогим братьям и сердечное спасибо за ваши дорогие для нас подарки из далекой Польши, из окопов передовой позиции. За ваши труды и заботы постараемся постоять грудью на благо веры, царя и Отечества. Воистину воскресе, дорогие братья! Первую мировую войну в русском народе называли Великой или Второй Отечественной. В этой войне Россия спасла целые государства Европы, принесла огромные жертвы и явила миру величайшие образцы мужества и воинского искусства. Сама же при этом даже не вошла в число стран-победителей. Ни одна война, разразившаяся над Россией, не была так опозорена и оболгана в русском народном сознании, как эта. Вся Европа усеяна памятниками, героям и жертвам Первой мировой. У нас же целые десятилетия не было поставлено ни одного памятника русским воинам, отдавшим жизнь при защите Родины в эту великую войну. Поколения, погибшие в 1914-1918 годах, взывают к нам из безвестности. Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор, обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к совести и патриотизму русского народа. Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в неизвестность члены временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы. Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов.
Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце 1917 года. Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква «Ять», Бог, собственность и само право жить, как хочется, отменялось. Отменено. Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему. Смерть. Над истерзанным, простреленным городом воет вьюга, насвистывает в дырявых крышах «Быть нам пусту!» и бухают выстрелы во тьме. О, русские люди! Русские люди! Эшелон за эшелоном валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болото, в леса, к земле, к бабам. Ехали на буферах, крышах, замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попалось под руку, все пригодится в хозяйстве. И пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон, и кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег. Этот хлам не годился даже вертеть козьи ножки. Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. За 3 года узнали, что такое война. Повоевали, повертывай домой на расправу. Теперь знаем, в чье пузо штык. Теперь ни царя, ни бога. Одни мы. Домой. Землю делить. Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам и хуторам заскрипело, залязгало, это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам, как в старые-старые времена, светилась лучина, и бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатилось назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция. Октябрьская. Брали русские бригады галицийские поля, и достались мне в награду 2 кленовых костыля. Мы из дома 3 вышли, 3 первых на селе, и остались в Перемышле 2 гнить в чужой земле. Я вернусь в село родное, всем нелюбый и чужой. Печь не ставлю, дом не строю, жизнь такая только вой. Этой жизнью колыхаюсь, как завеска на окне. Кости ноют, ноги ломят, будто вновь они при мне. Буду жить один на свете, всем не нужен, всем ничей. Вы скажите, кто ответит
за погибших тех людей. Брали русские бригады галицийские поля, и достались мне в награду два кленовых костыля.